Здравствуйте, меня зовут Егор Смирнов. Я тренер по эмоциональному интеллекту. Моя работа – это помогающая профессия, ну и помогающим профессиям людям тоже нужно помогать. И я обратился поэтому к Елене Мининой для того, чтобы понять причины и ограничения моих доходов. Я хотел бы получать в месяц 300 тысяч рублей. Основная задача на консультацию была поставлена выяснить, какие ограничения мне мешают это сделать. Что я получил в результате? В результате у меня список сейчас перед глазами из 13 ограничений. Я давно работаю над собой, и какие-то многие из них я знал уже, да? Но всегда боялся в себе в них открыто признаться. Некоторые совершенно не знал ранее, и это целое открытие для меня. И что я даже не думал, что это такое есть. И, видимо, эти вещи мне сильно мешают. Что мне понравилось? Мне понравилось, как работает Елена. Это действительно эффективно. Это позволяет концентрироваться на тех задаваемых вопросах, да, и на той теме, которая у нас прорабатывается в данный момент. Были ли инсайты какие-то, если вот так сказать? Ну да, я увидел за собой некое ограничение, которое раньше у меня точно никогда я до него не докапывался. Ну, настолько глубоко, видимо, оно было. Если сказать общее мнение как об эксперте, Елена хорошо владеет своей методикой. Она уверенно понимает, что она делает. И надо сказать точно, что ну, ее услуги, они такие индивидуальные. Да? Это, конечно, не ширпотреб, это не для всех. И только для тех, кто хочет получить результат. Могу сказать тем людям, которые хотят для себя понять, прийти или не прийти. Очень редко эксперты предоставляют возможность знакомства с собой в полноценной не демо-версии, да, не в какой-то просто беседе ознакомительной, а прям реально не все эксперты работают действительно, ну, на 100%, да, боевую методику используя. Именно Елена это делает. Поэтому вы просто придите, пообщайтесь, и вам станет все понятно. Вы сделаете свой выбор. И удачи в достижении целей.